Перед просмотром советую вам канал Амир Плюс. Это канал с летсплеями сталкерских модов и различными монтажиками на всю ту же тематику скитаний по зоне отчуждения с хабаром за плечами. Ну а за плечами у Амир Плюс 2,5 года развития канала и сотни видосиков. Так что переходите по ссылке в описании, и что-нибудь интересное для вас там обязательно найдется. Всем привет, с вами Вандалей, и это третья часть по разбору билда 2571. В прошлый раз мы остановились на том, что одолели говорящего контролера и спустились в туннели под янтарем. Здесь я встретил псевдогиганта и выяснил, что по повадкам он также отличается от релизного. А на поверхности нашелся забагованный винчестер, у которого растягивается текстура патрона. Кроме того, в билде этот дробовик враненого покраса. Срочно дуй сюда! После радара мои ребята словили спятившего сталкера. Сейчас пытаемся его допрашивать. По прибытию в бар нас срочно зовет к себе бармен, ибо к нему притащили сталкера, пытавшегося пройти через выжигатель мозгов. Попробуй, может, ты его сможешь разговорить. Что это? Все, что я смог узнать, это то, что его кличка Рябой. Я нормальный, да, нормальный. Этого отважного зовут Рябой, и после того, как мы дадим ему аптечку, он начнет звать некого Горбуна. Словом, тут вообще непонятно, о ком идет речь, о Клыке, которого в 2232 звали Горбуном, или о новом персонаже с той же кличкой. В общем, мы представляемся этим загадочным Горбуном, но Рябой говорит, что мы лжем, так как Горбун умер. Тогда мы отправляемся к Лысому, который в оригинале никакой роли в сюжете не играет. Здесь же оказывается, что он вместе с Горбуном и Рябым пытался как раз прорваться к Выжигателю, но в последний момент струсил. Идти к Рябому он отказывается, поэтому мы идем вместо него и представляемся Лысым. На что обезумевший сталкер начинает разносить нас по всем пунктам. Но от лица Лысого мы извиняемся и признаемся в трусости. За что Рябой отдает нам флешку с инфой о Выжигателе и о том, что он работает по периодам. Эй, стой! Ты что творишь? Меченый останови этого шизика! Он же сейчас покончит с собой! Черт, идиот ненормальный. Не, ну ты видел его глаза меченые, а? Блин, теперь еще убирать надо. Снова говорим с барменом и отправляемся на армейские склады. Где на барьере пулемет все-таки убрали, но веселый экшен никуда не делся. Теперь Кэп говорит нам подняться на вышку и взять там СВД, дабы отстреливать волны монолитовцев. И это прекрасная боевая сцена, напоминающая своей логикой ЧН. На вышке даже специально динамичные доски сделали, чтобы они эффектно разлетались, когда враги будут палить по нам. Короче, я реально понятия не имею, нафига эту сцену разрабы вырезали. А у свободовцев здесь оказался еще один вариант экзоскелета, добавок к тому, который мы видели в билде 2232. Выглядит он уже как стандартный релизный, но без странного желтого окраса, а просто со значком группировки на шлеме. Вернувшись на кордон за проводником, обнаружил, что трупы бандитов со временем превратились в рюкзаки. Сам же проводник, как и в оригинале, отправляет нас в тайник стрелка. И забавная фраза отмеченного. А потом зашел к свободе. И что? И стал свободен? Пока добирался до тайника, покопался в ПДА и обнаружил сообщение Рябова о том, что радар не работает с 8.30 до 9.00. И это очень круто, так как нам надо было выбирать время, когда штурмовать локацию. И здесь же наши личные записи о том, что пора попробовать себя в роли Джеймс Бонда. Добираемся до тайника и попадаемся на растяжку, а переходим в мертвый город. Переход на складах, если что, до этого был недоступен. И тут давайте пока без моих комментариев, просто посмотрим. Если кто уже видел данную сцену в модах, то просто мотните чуток вперед. Ну, наконец-то. А то я уж было решил, что ты не оклемаешься. Хотя мне ли не знать, что ты живуч как зомби. Рад тебя видеть, дружище. Расскажи, где пропадал? И что с тобой произошло в последней вылазке к центру? Ого. Да, брат. Тебе таки сильно по голове дали. Доктор я, а ты стрелок. Да мы с тобой 2 года в зону ходили. Неужели не помнишь? Ах, вот оно что. Да. А наших ребят помнишь? Клыка, призрака. Клык убит? Призрак? Труп?
Черт подери. Как это могло произойти? Да они же одни из лучших были. Ты уверен, что не ошибся? Да так сразу и не скажу. Мысль одна. Все это как-то связано с последней вашей вылазкой к центру зоны. Когда мы виделись в последний раз, ты оставил мне ключ от тайника на Припяти. И схему, как его найти. Я сумел их сохранить. Наемники не нашли. Держи. Возможно, там что-то найдешь. А еще ты бормотал постоянно, что с монолитом какой-то подвох. Это точно. Но я так думаю, ты и сам тогда не понимал, о чем речь. Да вот, пожалуй, все, чем могу тебе помочь. Антон. Старый, собирайся. Ты переезжаешь на новую квартиру. Главное, не делай резких движений. А ты с мордой поцарапанной. Отойди к дальней стеночке. Если не хочешь заработать пулю в лоб. Какая хрен разница? Я же его в трусы положу. Я его на цепочке носить буду. Повторяю для тупых. Отошел к дальней стене камеры. Ну и погодка. Открывай. Блин, опять капли. Пока, дружище. Удачи. Пойду-ка я вздремну. А ты смотри мне, не шуми. Иначе шрамов в твоей морде добавлю. 54-й. Тут гондурасы зашевелились. Пол со второй, давай заход. Сиранем по ним. Легко, сейчас сиранем. Пол 101-й, у нас вроде чисто, начинаем работать. Тут гондурасы зашевелились. Что интересно, с помощью демо-рекорда можно проследить за доктором. Он проходит всю лестницу и исчезает только когда окончательно выйдет из здания. И как раз после этого спаунится вертолет. Итак, мы выбрались из камеры и теперь можно сразу бежать к туннелю, то есть выходу с вакации. А можно наведаться к душману, забрать у него карту мертвого города и, собственно, свои вещи. Кроме этого, на вакации тусуются бандиты. В том числе здесь бродит пьяный бандит, что забавно. А в развалинах сидит по снайперу, как разрабы и планировали, еще когда мертвый город принадлежал не наемникам, а свободовцам. Но покидаем эту локацию и добираемся до радара, где нас ждет восхитительная сцена. Как же болит башка, но в моей голове? Говорит со мной. Так вот оно меня не получит! Башка! Я не могу избавиться от этого голоса! Ужас! Почему я? О, Господи, ужас! Боже, как же болит башка! Мозги плавятся, я не вынесу! Откуда этот шепот? Шепот и детские качели скрипят. Темно. Очень темно. Иди. 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 Кружится. Все вокруг кружится. Все кружится вокруг круга. Почему так темно? Не понимаю. Ничего не понимаю. И блин, я не знаю, сколько раз я уже говорил офигительное, делая видосы по этому билду, но в лабе под радаром нас ждет еще одна офигительная сцена, которая, блин, перемещает нас в голову кровососа. Типа игра нам говорит, парень, там внизу ни одного монолитовса, но куча кровохлебов, так что готовься огрести. В общем, очень классный момент, а при переходе в Припять путь назад не обрывается, и мы можем перейти на радар обратно. И снова отличие от релиза. В ходе разговора с главой сталкеров-ветеранов выясняется, что в билде наша задача в группе прикрывать гранатометчика и нести для него заряды РПГ. Вот они, после чего сталкер говорит нам их подобрать, и мы отправляемся вглубь города.
И в ходе боев на нас внезапно выезжает БТР. Мол, вы думали, для чего в группе гранатометчик? Но и это не все, ибо по первоначальным диздокам БТР должен был тут же грохнуть бойца с РПГ, и тогда командир группы приказал бы взять уничтожение техники нам на себя. Прям попахивает Call of Duty. Наконец, гранатометчика должны были звать Саша Белый. Этот сталкер, ходячий отсылка к бригаде, помимо прочего, еще и входил в двадцатку лучших бойцов в нашем ПДА. Интересен и небольшой графический баг, связанный с моделькой ГП. Когда же я взял оставленный в тайнике декодер, произошло вот это! И нет, это не баловство с повелителем зоны, и не очередь за 10-м айфоном. Это 71 сталкер в экзоскелете с ГПшкой. И все они, причем, имеют один и тот же путь следования. Я без понятия, из-за какой ошибки они спаунятся на локации. И я только уверен, что это ошибка. Потому что в тех же диздоках не говорится о прорыве в Припять батальона одиночек для борьбы с монолитом. Но выглядит это в билде весьма забавно. Перепройдя этот момент снова, я выяснил, что бойцы спаунятся конкретно в подземном переходе. И еще до того, как я возьму декодер. Также оказалось, что тот самый единый путь для всех бойцов не всегда один и тот же. В этот раз сталкеры не захотели огибать здание, а просто выстроились свиньей прямо перед входом. По сути, организовав первый припятский митинг. Но вы же знаете стрелка. Тот пойдет по головам, лишь бы достичь своей цели. Поэтому даже такое собрание его не испугало, и герой направился к стадиону. Дойдя до него, я обнаружил, что боковые входы перекрыты, и я могу зайти только через центральный, при подходе к которому в оригинале включается кат-сцена с облетом стадиона камерой и последующей загрузкой ЧС. Здесь такого нет. Зато есть чертова прорва псевдогигантов, которых по диздокам должен тут же разнести прилетевший вертолет. И да, этот вертолет прилетает, но чё-то все мутанты оказываются целы. И даже с РПГ, даже с ним у вас нет никаких шансов против этих зверюшек, ибо и здоровья у гигантов дофига, и бегают они в билде со скоростью света. Монолитовцы из релиза на этом стадионе отсутствуют, ибо они здесь просто не выжили бы. Выйдя к ЧС, я наконец-то обнаружил, что артефакты в нашем инвентаре мы можем активировать. Активация заключается в том, что артефакт превращается в аномалию, которая его породила. Сама задумка очень классная, и вырезать ее из игры было, конечно, не обязательно. Но с другой стороны, эту тактическую возможность все равно практически негде применить. А в саркофаге мне в руки наконец-то попала гаусска. Гаусска с описанием мутировавшей крысы. Также очень доставила билдовская озвучка Монолита. Звучит непривычно и даже смешно. Меченый, я жду тебя. Приди ко мне. Здесь осуществятся твои желания. Декодер же при переходе на локацию почему-то не сохранился. Поэтому я просто попёрся к Монолиту. Но и достигнув его, я все равно не смог нормально закончить игру. Потому что здесь только дофигища аномалий и неактивный булыжник, подойти к которому и нажать F просто нельзя. Зато можно заглянуть внутрь. Так что на этом путь Меченого заканчивается. Как и изучение билда 2571. Это исследование было полно самых невероятных деталей, от мелких мелочей до целых локаций, которых мы не увидели в релизной версии Тени Чернобыля. И уверен, вам было интересно не меньше, чем мне. А поэтому увидимся в будущих разборах билдов. Либо можете глянуть ролики, которые уже давным-давно вышли и дожидаются вас на канале. На этом все. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.